Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов. Британский художник и иллюстратор Рандольф Кальдекот. Сын бизнесмена, третий из 13 детей. Уже в раннем возрасте мальчик много рисовал. Вырезал из бумаги, особенно с животных, и сценки из сельской жизни. После окончания школы в 15-летнем возрасте работал в банке. В 1861 году в газете Illustrated London News были впервые опубликованы его рисунки. В 1867 году Рандольф переезжает в Манчестер, где находилось управление банка, в котором художник работал. Вечерами он посещал занятия в Манчестерской школе искусств. Публикует новые свои рисунки в различных газетах и журналах. В 1870-м он, благодаря своему другу, художнику Томасу Армстронгу, знакомится с издателем солидного журнала London Society, в котором затем печатаются многие его работы. В 1872 году Кальдекот уходит из London Society, уезжает в Лондон, где зарабатывает иллюстрированием в прессе, поступает в школу изящных искусств Слейд, в класс Эдварда Пойнтера. Посещает мастерскую скульптора Жюля Далу в Челси. В Лондоне среди друзей Кальдекота были такие мастера живописи, как Россетти, Джордж Дюморье, Милли и лорд Фредерик Лейтон. В 1876 одно из полотен Кальдекота впервые выставляется в Королевской академии художеств. А уже в 1872 он становится членом Королевского общества художников-аквалеристов. По предложению Эдмунда Эванса пробует свои силы в иллюстрировании детской литературы. Это начинание Кальдекота оказалось столь успешным, что художник затем вплоть до своей смерти иллюстрирует ежегодно по две книги для детей. В 1882 году он становится членом Королевского института акварелистов. Книжные иллюстрации художника получают международное признание. Но по состоянию здоровья в 1886 году уехал во Флориду, где и умер незадолго до своего 40-летия. В 1938 в США была учреждена золотая медаль Кальдекота, которая ежегодно награждается иллюстраторы лучших американских книг для детей и юношества. Ну вот так вкратце из Википедии о британском художнике и иллюстраторе Рандольф Кальдекот. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.